Пенсионерка лишилась 400 тысяч рублей, поверив мошенникам в краевой столице. Так 70-летней женщине позвонила фальшивая замдиректора организации, в которой работает пострадавшая, начала вводить в заблуждение и угрожать. Под предлогом якобы предотвращения финансирования различных террористических организаций, а затем и под предлогом оформления на женщину кредита третьими лицами, похитила у горожанки 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские рекомендуют провести профилактические беседы с родными и друзьями. Напомним, сотрудники правоохранительных органов и иные работники не звонят гражданам с просьбой совершения каких-либо операций с банковскими картами и деньгами. При поступлении подобных звонков необходимо незамедлительно прерывать разговор.